Одесские правоохранители почтили память коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей. На мероприятии присутствовали и их родственники. Вместе возложили цветы и провели молебен у мемориала защитникам правопорядка. Царство небесное, вечная им память. Мы не забываем. Воспитываем внуков. Ушел утром на службу и не вернулся. У меня и дети работают в органах, обе дочки. Мы всегда за них переживаем, потому что они утром уходят. И не знаешь, вернутся они обратно или нет. За время существования ведомства на службе по обеспечению гражданского порядка погибли 49 правоохранителей. 100 человек в целом при выполнении служебных обязанностей.